Нормальный ракурс. Всем привет. Привет, решила все-таки так буду снимать, но потом со временем куплю держатель нормальный для телефона. В общем, я ни с того ни с сего решила снимать какие-то влоги, потому что мне это очень интересно. Самое интересное, я люблю смотреть какие-то видюшки, да, каких-то блогеров своих любимых. И решила, почему я не могу так сделать, чем я хуже. Вот, и давно я это хотела, и подумала, надо вот взять и сделать, просто тупо начать, самое главное начать. Я думала, куплю камеру профессиональную, буду снимать. Да нет, блин, айфон есть, и того достаточно. Вот, и давайте я представлюсь, меня зовут Дарина. На данное время я сейчас живу в Якутске. В общем, живу на два города, в Москве и в Якутске. Довольно часто таки путешествую, тоже буду снимать влоги какие-то, да, с путешествий. Буду также показывать, ну, в основном буду показывать свою жизнь. Потому что мне вот сама идея очень симпатизирует, так как было прикольно в старости открыть вот эти видео и вспоминать, как же было классно тогда, вот. И я очень счастлива. Присоединяйтесь ко мне, смотрите мои блоги. Как там говорят, в общем, начинающий блогер. Всем пока. Я на съемке сейчас тоже буду снимать. Пришли на съемки интервью. Майя. Ака Назарова. Назарова? Назарова? Степанова? А тут твой инстаграм Степанова. А, ты не знала фамилию мужа, да? Уже 5 лет как Назарова Лина. Да? Назарова. Я, кстати, тоже не взяла фамилию мужа пока. Я взяла официально, но фактически имена Степанова. Больше Басардиана им, да? Мне евреи перед Новым годом, а до этого я уже... У меня был опыт некий. Знакомьтесь, это Маша. Я на нее работаю. Моя sugar mommy. Она владелица магазина InStore. Пахта-пахта! И моя четвертая сестра, моя Абла. Всем peace, love ты. Так утепляется машина у нас зимой в Якутии. Помимо войлока, еще такое одеяльце сверху, чтобы вообще тепло. И вот так мордочку закрываем. Как всегда, папа делает. Вот так вот. У нас пока еще тепло. Минус 25-30. Пока тепло. Ну вот, улица Якутска. Сейчас Жульяна Дмитриевна сделает сердечко. Фирменное сердечко. Дыря. Ох-ох! Ты вот тебе-то. Ну, почти. Да. А что, почему готовились? Кугах продукте. А я паспорт нашла, да? Потом у меня Гуччи. Короче, мы решили обменяться сумками, потому что надоело. Надоело, и хочется что-то поменять. Вот, обмен. И вот. Когда же? Гуччи, Луи, Прада. Нам нет только Фенди. Чего иди? Манек нейлоновая. Барты Гарбастер, манек красумка. И Neverfull Луи Кене. Кофта от Wonderstore, и я нанесу аромат Lost Cherry от Tom Ford. Мне он, конечно, меньше нравится, чем парфюм от Zara. У Zara прям очень хороший шлейф. Даже можно смешать, думаю. Кстати, я всегда на свежую укладку еще использую дымку для волос от Balmain. Очень красиво получается, прекрасно пахнет, реально очень дорого. Вот таким вот такая вуаль должна упасть на ваши волосы. И, девочки, вчера средь белого дня случился грабеж. В общем, мы с подругой ходим по магазинам. Просто вот ходим по магазинам, да. И смотрю, у меня списание 30 тысяч рублей. Ну, как так? Потом я смотрю на свои руки, и как-то это оказалось у меня. Я не понимаю. Но, слава богу, все вещи мне оказались по размеру. В общем, сейчас я буду вам показывать.
Это будет моя первая зимовка в Якутске. То есть я в декабре буду в Якутске. В декабре, понятное дело, холодно, а у меня нет никакой одежды. Ну, есть, но она не модная. Вот, поэтому я прикупила для себя куртку. А, конечно, хотела куртку от Prada. Ванюра, да? И я нашла очень хорошую замену в Лайме. Ой, в Личи. В Лайме. Очень похожая модель с Prada курткой. Но она тоже идет пух, перо. То есть очень прикольная такая, тепленькая, длинненькая. Блин, как жалко, я не могу вам показать весь рост. В общем, она вот такая очень красивая. Она еще двухсторонняя. Такая вот курточка. Стоит, по-моему, 19 тысяч или 20 тысяч. Ну, я думаю, за пух, перо это нормальная цена. Она теплая достаточно. И такая длинненькая. Но я вообще не предпочитаю слишком теплые куртки, типа баска или аляска, потому что они, я в них потею. Вот, и штучку надо оторвать. Шильная женщина. Вот, вот так я. У него еще очень классный капюшон, который съемный. И достаточно теплая курточка. У меня либо шуба, либо, короче, белая куртка. А черной куртки у меня еще не было. У меня в баске. В баске купила такую теплую шапку. Я ненавижу шапки, потому что я постоянно ношу, ну, делаю укладки. И это очень смешно выглядит. Но зато тепло. В нем буквально ничего не слышно, когда я надеваю. Я вчера надела в машине, мне что-то говорят, я не слышу. Вот, и потом я купила такой вот шарфик. Мне шарфик, кстати, больше всего понравился. Так, тоже от Баск. Так, его как-то застегивать надо. Вот так вот. Так вот застегиваешь. Вот так вот. Вот так вот, вот так, вот так. Мне не нравится, что она объемная тут, как будто у меня супер большая голова. И потом я купила тоже от Баска, какая-то реклама Баска получилась, Баска, свяжитесь со мной. Вот, и такие супер теплые варежки. Я думаю, еще сделать к ним вот эти, как называются, ниточки, веревочки, вот, веревочки, чтобы было комфортно. В общем, вот так я буду выглядеть зимой. Мне нравится. Такой вот теплый аутфит на минус 30, на минус 40, я думаю, окей. Мое самое любимое дело — это убирать снег с Наташи. Ладно, каждое утро это как челлендж. Смотрите, мой первый билборд. Он стоит вот тут вот. Вот она я. Всем доброе утро. Сегодня у нас 1 декабря 2023 года. До Нового года осталось совсем чуть-чуть. Вот, и сегодня что у нас по плану? Сегодня у нас будет целый день игроман. Приезжает маркетолог известный. Вот. Правда, я о нем никогда не слышала, но мне было очень интересно, тем более мне дали пригласительные. Поэтому я подумала, почему бы дать, что вчера произошло, почему мы не попали на гастроужин. Мы на гастроужин не попали, потому что я купила билеты через приложение Мост, и у них это в продажах не высветилось. То есть они говорят то, что у нас продаж через Мост не было приложения. То есть, соответственно, ним не попали ни деньги, ни наши имена. И мы так и не оказались в листе. Вот. Но там было очень классно. Там были классные блюда, я смотрела у них в Инстаграме. Вот. Там была Сардана Аксентьева, наш бывший мэр города Якутска. Ну, что поделать? Но мне все возместили деньги мои. Возместили моральный ущерб, ну, как скажем, моральный ущерб, предложили мне ужин,
сам ресторанный комплекс, да. И еще МОЗ написали, что я могу выбрать билеты на что угодно. Вот, поэтому я думаю, что я осталась в плюсе. И потом мы поехали к друзьям, там поели картошки, суши. Вот. Мы выезжаем на Игоря Манна. Ленушка, вау, так красиво! Нет, ты красивая. Вайбова. Моя модная Леночка. И я. И у нас сегодня аутфиты. Почти что матч. В общем, пришли, за кофе стояли минут 20, да? И мы начинаем. Че, давай. Эй, ютуб-блог. Это Алина. Ютуб уже будет делать. Да? Ага. Всем привет! Для подписчиков Дарина. Для подписчиков Дарина. Че, давай. Я, кстати, ведь скоро приезжаю в Москву с мастер-классом. Могу я тебя в одной из комнат пожить, остановиться? Я такой струхнул, говорю, да машин, там квартира не в центре. Девчонки, это сейчас мои цифры. У тех, кто в найме. И, конечно же, еще раз, формула 50-30-20. Как деньги делятся в бизнесе? Прибыль 50-30-20. Деньги личные 50-30-20. Мы должны научиться, хотим учиться, стараемся. И вот наш первый коллектив, ага, моя команда, ага, мой первый работник, Ромочка. Моя подруга Кюн, мы пришли на девичник. Смотрите, такое вот мероприятие. Это Зоя, владелица магазина. Первое мероприятие, девичник. Открытие того лик, но перед Новым годом просто Якутск, 8 часов утра, за бортом, чуть не сказала, на улице минус 40. Я когда убирала портативный гараж, чуть с ума не сошла от холода. Снимаем заниженные экспозиции Гепоголос. Так, я хочу снять о Игорь. А что выбираю? Еще два. Ты да? 50 гонера. Три. Снимаем. Пришла делать обзор магазина. Такие вот платьишки поступили. И все украсили тут. Саха Экспо. Пришла на обзорчик. Посмотрите, какое платье на Инстор появилось. Ой, платье. Жилетка и юбка. Юбка, кстати, очень красивая. Такая вот такая база идеальная. И вот тут сейчас то, что я буду надевать. Так у нас проходят обзоры. Потому что я такая толстая стала. Здесь еще Машенька привезла такие вот бодики от Skims, платья тоже от Skims. Они вообще очень хорошо утягивают. И такие вот юбочки тоже есть. Фух, немножко устаю делать обзоры, потому что иногда бывает очень много людей в магазине. И так немножко стесняюсь. Good morning. Я проснулась, накрасилась. Сейчас пойду на маникюр. И хочу вам посоветовать пару штучек. Я всегда... Ну, курсом делаю 2 месяца, я пью магний. А магний пью, действительно помогает. Я пью шипучие, без сахара. Они лучше усваиваются у меня в организме. И от магния реально худеешь, лучше спишь. Не нервное, ну, что я заметила. Но единственный минус, это нужно его принимать 3 раза в день. То ли 5 раз в день. Вот этим тяжело. Я вот заказала в таблетках, посмотрим, как это будет. И еще у меня... В Инстаграме я вчера проводила опросники, и все спрашивали, как у вас такие сушные губы получаются. У меня вот такие вот губы. Я делала перманент губ по контуру, но что-то особо не видно, поэтому я завтра записалась на коррекцию заново. И я подкрашиваю все равно вот карандашом Vivienne Sabot 103 оттенки,
103, да, оттенок Вивьен Сабо. И помада Шанель. Называется Руж Коко 90. Вот, сохраняйте себя. Вот только помаду я не могу найти. Я всегда, когда выезжаю куда-то за границу, всегда покупаю пару штучек. Вот, а в России с этим оттенком проблематично. Вот, и желаю всем хорошего дня. А еще, кстати, вчера я наконец начала монтировать видео к Ютубу, да, и создала канал. И когда я монтировала видео, я заметила в себе то, что я, оказывается, очень грубо разговариваю. То есть у меня такой низкий мужской голос такой, да, и я такая, боже мой, надо что-то менять с интонацией. Такие вот наблюдения. Это гостиница Стер, Леночка. И тут есть меню подушек. Я вообще не видела ни такого. Обычно в отелях уже кладут по несколько подушек. Тут есть и гречишная, и пуховая. Очень-очень классно. Айося! Так, каждый год украшают нашу главную площадь в Якутске. И вон там надпись на самом деле есть, сколько лет в Якутске. Встала после съемки, сейчас домой, завтра с 8 начинается. Между перерывами на съемке. Тут за кофеечком в таком виде, квартал от радио. Встретились с мамой, моя мамочка. Так, Настя, я у нее делала, ой, не татуаж, виктория, перманентный макияж губ, вот, и бровей тоже делала, когда она только начинала, вот сейчас пришла на коррекцию. Вот моя мамулечка. Смотрите, мне что приехало золотого яблока. Это мелкий заказ, который я заказывала 5 дней назад. Такие вот кисточки от Memle Pro. Гель для пуси я попользуюсь постоянно. Они очень быстро заканчиваются, поэтому это мне. И, в общем, Good Sleep Spray. Это мелатонин, потому что в последнее время что-то очень плохо сплю. А я буду сейчас завтракать. Это у нас странники и гранула. Семейный ужин. Ананасовый. Дело замечательное. И здесь очень много есть потрясающих удивительных вещей. Ну что, чем мы можем похвастаться здесь? Живой хлеб. Пробуйте, пожалуйста, угощайтесь. Попал совершенно случайно сюда и очень даже этому рад. Привет! Ко мне пришла долгожданная посылка из золотого яблока. Я ждала очень долго. Я заранее извиняюсь за свой голос. Я немножко заболела. Вот, и вот она, наша долгожданная красавица. Она очень большая. И его отправили, кажется, наземным путем, поэтому так долго шло. И сейчас будет такой вот анпакинг. Она безумно тяжелая. Я уже забыла, что там. Его разделили на несколько частей. Мне отправили более там... Ну, то есть его разделили, и там получилось более, наверное, трех посылок, да. Поэтому давайте посмотрим. Я уже что-то там пошаркала, поэтому и пыталась заново упаковать, не получилось. Но все равно давайте продолжим.
Это скраб для тела от Зеленски. Он мне нравится, он хороший, да, но слишком крупные частицы. Но мне нравится аромат, и вообще скрабы я люблю, поэтому я заказала. Элемис тоже заказала. Это масло франжипани для тела. Очень быстро впитывается, и тело просто очень бархатное, поэтому да, лайк. И тут заказы моего мужа. Он себе тоже очень много заказывает чего. Это у нас получается увалочка, она такая более не тканевая, а она такая больше кремообразная. Многие блогеры советовали, поэтому я тоже взяла. Достаточно хорошая упаковка. У меня до этого был Allies of Skin, если я правильно говорю. Вот, но он мне тоже понравился, но хотелось чего-то другого, поэтому я заказала. И затем я взяла Арепу. А, это, кстати, зубная паста, которая такая в капсулах. Очень удобно брать с собой в поездке. Вы его разжевываете, просто чистите свои зубы. Поэтому это очень удобно. Блин, я не могу свой голос, и я как трансвестит разговариваю. Ладно. Но я не могу не сделать распаковку, потому что хочу начать уже пользоваться этими товарами. Поэтому так вот. Так. Это тоже мой мужчина заказал. Что-то очень большое. Ой, она открытая. Это у нас гель для душа. Очень вкусно пахнет. Тут амбер и орган. Очень вкусно пахнет, поэтому и заказала. Кстати, когда я была в Италии, я жила у своей подруги. Она пользовалась этим, этой маркой. Мне очень понравилось, поэтому я решила заказать. Вот, она не такая уж дорогая. И следующее. А, блин, это тоже моего мужа. Вот видите, это аэрозольная баночка. Из-за этого, наверное, было то, что опасное, и не отправили самолетом. Вот, как всегда, муж виноват. Так. Дальше тоже для мужа. Боже мой, вся посылка это мужу. А, это Don't Touch My Skin. Don't Touch My Skin. Это у нас сыворотка отшелушивающая. И сыворотка с витамином С. Она была в правильной упаковке, то есть она не должна просвечивать, то солнечный свет не должен попадать. И кислород также не должен входить в упаковку. Упаковка весьма правильная. Поэтому вот две малышечки. Классная, приятная упаковочка. У меня розацея, поэтому я взяла вот такую азелиновую сыворотку с азелиновой кислотой и с витамином С. Кстати, потом упаковку можно сохранить и только рефилы менять. Так, идем дальше. Дальше у нас три продукта. Это у нас BB-крем от Herborian. Мне он понравился. Только я надеюсь, с цветом не прогадала, потому что я взяла клеер. Клеер это, надеюсь, нормальный цвет. Вот, и потом я взяла тоже зубную пасту. Я вообще фанатка своих зубов, я постоянно ухаживаю за ним. И также заказала, кстати, зубные щетки, но я уже их раскрыла и пользуюсь. Вот, я обожаю зубные щетки от Президент и от Куропрокс. Но от Куропрокс мне больше понравились, у них щетинки такие более... Там больше щетинок, за счет этого они очень удобные. И я заказала такую зубную пасту. Это у нас Cella 5 Elatin. Of course, I still love you. Это у нас Швейцария. Ну, посмотрим. Ну, просто упаковку очень привлекла. Посмотрите, какая она красивая. Красотка же. Вот. Я, кстати, очень часто ведусь на упаковке. Если вы мне хотите что-то продать, просто сделайте красивую упаковку. И заказала такой лимилярный крем для рук. Мне достаточно очень сухая кожа во время отопительного сезона, поэтому это must have. Беру в машину. Кстати, в машину, если беру, то она замерзает, поэтому в машине лучше не хранить, а в сумочке. Так, и дальше что? Ну и на этом все. Больше ничего нет. Такие продукты я заказала. Ставьте лайк, подписывайтесь и поставьте этот колокольчик. Я не знаю, что говорить. Все, всем пока, всех люблю. Всем хорошего дня. Ехала к Машеньке, я
у ее дочки был день рождения, поэтому я вот дарю кольцо, ой, яйцо дракона. Яйцо дракона, это поставляет моя сестра. Очень красиво светится. Сейчас будем смотреть реакцию. Да. Она халбанкера. Вилян, да, что это такое? Хас контролуны? Онки. Да. В темноте все круче. Можно менять цвета. Так это смотрится. Вот она вот такая сама. И вот так. Можно менять режимы. Но когда будет полностью темно, красивее будет. Кэш. Эрса! Кали! Смотри, что Дарина принесла. Я тут, ага. Небо посмотри. Так. Когда? Детей, да. Они такие останутся, мы их ничего не делаем, а вот по воде потому что что-то сможем сделать. Хорошо. Я постриглась, убрали 5 сантиметров, но по ощущениям что-то прилично. Я сделала прямой срез, и от каскада я отказываюсь уже, и в последующем я уже в январе хочу подстричься вот так вообще каре, потому что мы будем месяц в влажной стране, и поэтому хочется, чтобы, ну, меньше возиться с волосами. Но мне очень нравится, как будто от старой энергии избавилась на самом деле. Что-то происходило здесь все, здесь встречи были, поэтому я отошла от всех знакомых, от всех этих... Пришли с девочками на припати открытие его премиум. Там пока немножко технические задержки, поэтому мы с вами остались. Премиум, увидите наверняка анонс данной новости. Новостей очень много. Я пришла сюда где-то за час до вас, тут были строительные леса. Куча бригад и так далее. А что это? Опять переносится, да? Она, да, другое слово. Мы снимаем для Вундерстора, у нас Анжелика. Смотрите, какой красивый ресторан у нас есть в Якутске. Это у нас винодельня, ой, винзавод. Красивый такой интерьер. И Анжелика. И Нона. Привет. Всем привет. Сегодня у нас в гостях... А, сначала новая рубрика «Я ходи». Да. Сегодня у нас новая рубрика. Я буду приглашать девушек и показывать, что у них в сумочках. Сегодняшняя моя первая гостья – это Анжелика Назарова. Для меня это что-то связанное с грацией, с красотой. И самое главное – это идет вкупе с простотой. Это очень красиво, и я благодарю тебя. Покажи сегодня, что у тебя сегодня в сумочке. Спасибо, всем привет. Угу. У меня сумка Louis Vuitton. Погоди. Как раз, недавно купила. Угу. Месяца еще не прошло. Эксклюзив, девочки. Угу. Подарок мужу. Угу. Что, открываем? Да, мы видим. Так, это паспортница. Паспортница. Угу. Так,
Это у нас санитайзер. Угу. Ключи от машины. Обязательно. А, пудра. Постоянно на съемках туда чади. Да, всегда, кожу, всегда с собой беру пудру и помады. Угу. Ну, у меня тут помады много. Есть всякая сбитечка. Блеск для губ. У меня такая же это... А, Клоранс. Клоранс, ага. А, так, у меня еще крем для рук. Маленький тревел версия. Визин. Визин. А, покрасивее. Линзы ношу, у меня всегда проблемы с глазами. Карандаш для губ. Карточка. Самое главное. Самое главное. Мужа и, да? Нет, если мужа. Ну и бывает у мужа. Тоже помада. Ричардбах помада. Расческа. Всегда с собой беру тоже расческу. Визитные карточки, где твои волосы вообще, Олин? Да, Олин всегда. Расческа обязательно. Ага, расческа. А это у нас что? Это у нас X-Fit браслет. Да. Как часто ходишь в зал, кстати? В неделю 3 раза. Обязательно, три раза. И, кстати, сертификат у меня тут хранится. Да, вроде все. Чай, давайте скажем спасибо нашей Анжелике и твое пожелание девочкам на Новый год. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Конечно, я всем желаю огромного счастья девочкам. Гармонии с собой. Самое главное. Женской энергии. И, конечно, крепкого здоровья. Всем желаю любви, счастья. Ура! Всем пока. Пока. Ну-ка. Тугура, ну это салунан, да? Съемочки, съемочки. Это у нас местный бренд Ивакло и Вогман. Так. Огонь, где?